Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 255. События дня. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 23 августа 2016 года. Ну, далее. Каждый посмотреть может по указанным местам и увидеть, откуда исходит опасность. Клятвенно связанные люди, план Даллеса, Хьюстонский, Гарвардские проекты. Вот это все исполняется. Самое страшное то, что в церкви патриархийной это все проглотили, приняли и запустили эту программу, этого человека. Человека без чести и без совести, так сказать. Вот это не наше определение, лжепрофессор и прочее это. Но его на меня тянуло, он 4 раза на меня нападал. Ну вот теперь увидели, что это за человек. Нас могут увидеть люди, где мы. Вчера целый день с лопатой заваривали огромную яму на доме Никиты Колесникова. Большая работа идет. Занимается созданием слухов, распространением злобных слухов. Сплетен, разрушительные клеветы, не подкрепленные научными исследованиями, экспериментами. Вот у нас телевидение Т-24, Россия была, и вдруг нашли, какое отношение имеет Кемеровская епархия. Совершенно не к месту прилеплено, но это как раз вошло. Какой-то Ударцев Евгений, а начальник информационного отдела, то есть лжец, клеветник, манкурт. И вот как он ужимается, как говорит, брит. Его в храм пускать нельзя, поганца такого. Детей я учу лгать. Ну, хоть один довод какой-то я могу подать в суд на него. Вот, от него ничего не останется. Он со страху помрет. Я уже видно, он изнеженный. Не давленный, не битый, нигде еще судить дело. Я учу лжесвидетельство. Одно это только, детей учим. Я не отдал детей. У меня есть своя программа. Эта программа показала, что она работает. Детей всех вернул родителям без повреждения. А ведь брошено было немало и прокуратура края. Роскомнадзор, 110 тысяч работников в этой организации. И чего только тут не было. Он что-то сделает? Нет, конечно. Нет. Злодействует злодеи злодейски. Вот они на этом трупе шикуют. Вот тут я показывал в этом репортаже, что было. И показать наши ресурсы. Не помешает. Сначала мой мир. Вот там еще есть в моем мире. Ну, тот вышел сейчас. Сергей Абрамин какой-то, язычник. Язычник, он пытается меня научить. Сказать уже, я чувствую, сказать слово, и он не таким будет уже. Слово евангельское. Там есть еще я с голубем, это страница контрольная. Так не туда, а здесь надо писать можно. Вот. Прочитать Алексей Абраменко. Вот за это время зашел. Что он пишет? Вот я ему написал, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанн, Евангелие от Иоанна 3:36, Евангелие от Иоанна 5:24. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 6:47. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Что же он на это отвечает? Нет гнева у Бога Отца и к сыновьям своим. Нет гнева. И во гневе Иисус во гневе воздрел на них, скорбя об ожесточении сердца их. Евангелие от Луки. Игнатий, вы, вот вы пробовали сами лично задуматься, а зачем ревностные служители Богу распяли Сына, посланного им от их Бога, ошиблись.
Зачем тогда не поклоняется воскресшему Иисусу Христу? Как не поклоняется? А до сей поры на духовном уровне держит его на распятии. Вот это можете прочитать, что он пишет в душе с большой буквы. То есть неверующий. Неужели родной, любящий отец может так жестоко, в страхе, рабском труде обходиться со своими? Ну, то есть, человеческие мысли беспокоянно. Дух Святой не коснулся души, и вот он все это пишет. А теперь бежим, прячемся в лесу от того, что сами же натворили. На, потом с большой буквы творили отдельно. Прячемся в лесу. Вот ответьте, дорогой Игнат, теперь молимся Господу, приди, помоги нам грешным, спаси и помилуй. Ведь сами же изгадили данную нам с большой буквы, видишь, как хитро все, прекрасную планету. Нам, что Бог у больших за на. Это не ошибка нам. Видишь, как это возвышится тебя. Местоимение с большой буквы, только как Богу, как будто бы ошибся человек. Нет, не ошибся. Второй раз опять. Сами с большой буквы все сами натворили. Так что необходимо не убегать. Некуда ведь бежать. Сами за собой убежать. Никуда и не бежим. Куда мы бежим? Если бы мы были где-то, как пензенские затворники, сюда бы не ехали такие люди, как из телевидения. Здесь и начальство. Вот приехал начальник уголовного розыска познакомиться. Я выставил сегодня ролик этот. Куда бежим? То есть это не на чем я основан. Куда мы бежим? Каждую неделю в городе, здесь телевидение, интернет, у нас здесь бежим. Это вы бежите от действительности? 21 тысяча поселений уничтожено. Ну, возьмись за это, Алексей. Возьмись и восстанови одно село. Нет? Как говорят, слабо. А почему? Дальше. Любовью зло убирать. А Бог-то нам тогда и поможет, ведь... Любит же нас все равно, свет и любим. Ну, в общем, так, по делу показать надо, Алексей. Я не против ничего, что ну, без Бога-то вы умрете. Все это, то, что говорите, это куда пойдет? Бог будет судить по слову своему, 12.48. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Ты отверг его, значит, ты будешь судим. Я сказал вам, вот это толковать больше и не о чем. Вот. Отвечать здесь. Мне некогда тут отвечать, отвечаю только вот, когда утром рассматриваю. Пожалуйста. Второе у нас здесь, это наш форум. Очень большой форум, вот он как выглядит. Можно зарегистрироваться. 1592 темы, большие. Заходите, тоже зарегистрироваться и можно участвовать. И вот наш видеоканал. Сейчас обновлю, посмотрю, что тут. Сегодня вот я выставил 9 роликов. Ну, все такое. И картинки исчезли. Вот, восстановим. Вот начальник уголовного розыска приехал к нам. 14 просмотров, 14 минут назад. Наше фото. Прощание, мы-то Россия. Прощание с начальством. Ну, а тут события дня. 11.05. Ну, так, немножко посещаемость есть. Ну, прошли-то еще только минуты. И наш большой, очень большой сайт во свете Библии. Ответ на столько-то вопросов здесь. Вот звук и видео тут. По главам, начитанные мною Златоузы, жития, вот как раз Алексея Абраменко. Ну, покажите, хоть что-то у вас есть. Ничего нет, одни слова. Здесь конкретно показан труд. Вот мы показываем, восстанавливаем дорогу, деревня, лагерь. Это все с нуля. Государство ни рубля не вложило. Конкретная работа, обращается душу. Ну, покажите, чтобы я увидел, что что-то есть. Вот. Кто-то зашел. Этот, я не знаю даже, кто. Туда, не сюда, где-то ткнешь.
Вот так. Каждый день мы уже планируем, что будем делать сегодня. Работаем вот по двум домам сейчас, потому что готовимся к следующему году. И везде обман. Вот везде обман. Выставка сельскохозяйственных предприятий, наши поехали один. Заплатили деньги, организация, все. Там выставлены дома, которые рубят, и потом привозят. Приехали, замерили все, фундамент у него заложен, первый этаж подземный сделан. И что? Ничего нет, обман. Заплатили большие деньги, нигде ничего нету. Сейчас подают в милицию, прокуратуру. Невозможно, сторона жуликов. Обманщиков. Везде, везде обман. И главное, в церкви это самый страшный обман. Такого Дворкина пригрели. И вот выступает информационно этот. Какая информация лжи? Вот поистине, как у Достоевского. Хочешь сильнее, говорится, уесть. То есть уязвить человека. Обвиняю его в собственных грехах. Я его знать не знаю. Ложь говорит. Ложь. Сплошная ложь. А ужимки делает, смотрит где-то, ну, глаза извертел весь. Ну, так ты скажи конкретно, где лжесвидетельство? Дети молчат, дети убегают от лжесвидетельства, как раз и показывает, что стоят в истине. Не покривили ни одним словом. И где-то детей учим лжи? Нету. То есть у него все извращено в башке. Он ничего не понимает, почему дворкинские метастазы, зараза. Зараза, разъедающая патриархию, потому что во главе ее, вот этих отделов, еще миссионерские отделы, даже они не понимают, что отделов не может быть. Не может. Можете отделы делать там какие-то благотворительные даже, еще паломнические, поклонения там где-то едут, мощам, монастырям. Это можно сделать. А миссионерские никак. Это полностью сфера Духа Святого. Там ничего человеческого быть не может. Они этого не знают. Не знают сплошь. Миссионерский отдел поставили, и вот он так надувается, как говорится, индюк. Красную соплю распустил. Покажи конкретно. Вот душа закрытая, и как ты ей свидетельствовал. Он считает миссионерским. Пришел священник у нас здесь. Пришел, 470 человек сразу покрестил. Как покрестил? Ну, мокрой ладошкой или кисточкой. Он даже не знает таинства, как совершать. И кто-то изменился, наркоман, там, блудник, садомит. Нет, конечно, не один. Я 17 лет работаю в тюрьме. Не два дня, а 17, непрерывно. Там, говорю проповеди, а их записывают в студии. Прокручивают по камерам. Встречаюсь, беседую, и за 17 лет ни одна душа не обратилась. Ни одна. То есть ни одного захвата заложников нет. Я уезжаю летом в лагерь, а начальство берет адрес, телефоны, где меня искать в случае захвата заложников или еще непредсказуемого какого-либо события. А здесь в один день пришел, 470 покрестил. Как покрестил? Да никак. Жулики в рясах. Обман. Ни одна душа не при... То есть люди обращаются, даже как бы каются, но ни одного готового не было. Ни одного. Ни от простого порока не может остаться. То есть Дух Святой творит все новое. Дивный Господь. На этом все. На сегодня.